Когда-то в 2018, по-моему, году к нам приезжал, даже в 2017 году, я там год только занимался тогда, приезжал Кабриньо. Ну, это все знают, Рубенс Чарльз. И, соответственно, ну, это Кабриньо нам представили, там, 17-тысячный кратный чемпион мира, там, и все такое. И начали бороться, и, соответственно, ну, надо выиграть. Ну, то есть, там, с первого, я не помню, даже, по-моему, синий пояс был. Надо выиграть, там, всем. Я, брат тоже пытался его выиграть. Потом он в 2018 году приезжал, то же самое. И третий раз, когда он приезжал к нам, он сказал такую мысль, ну, когда после тренировки остались, он очень такой тактичный зашел, говорит, когда вы боретесь, говорит, с, ну, типа, старшими поясами, говорит, пытайтесь не выигрывать у них, там, пытайтесь с ними повозиться, там, и когда, особенно, когда человека не знаешь, то есть, когда... Соответственно, я какую мысль хочу донести? Это, может, спасибо скажут все там черные и коричневые пояса. Когда ну, белый пояс идет бороться там с старшими, он пытается выиграть. Из-за этого у черного пояса, особенно если он компетитор, то есть который действующий спортсмен, он, чтобы себя не навредить, начинает гасить, сразу же гасить. Плюс-минус, я когда он мне, ну, Кабрина нам это сказал, мы поняли, о чем идет речь, потому что мы же с братом, скажем так, не новички в спорте, были там с дзюдо, и, соответственно, начали мягко бороться, и мы реально, вот, то есть он давал нам себя перевернуть, давал задушить себя, то есть давал выходить на болевой на руку, это очень опасно, потому что один неловкое действие, травма у него была бы. Но он когда уже понял, что от нас не грозит у него опасность, что мы не хотим его выиграть, скажем так, он давал нам бороться. И, соответственно, у нас борьба вообще, то есть он 2 года мы от него взяли только эмоции, а вот потом один раз приехал, и мы столько техник от него понабрались, просто столько мелочи, которые он объяснял во время борьбы.